Тысячи людей в Иркутской области подвержены одной очень вредной привычке. Речь идет о курении. И все больше жителей региона сигаретам предпочитают так называемые вейпы. Но, как оказалось, паровые испарители наносят чуть ли не больший урон здоровью человека. Именно поэтому в правительстве страны эту продукцию предложили запретить. Тему продолжит Данил Седов. Сегодня магазинов по продаже электронных сигарет в Иркутске десятки, если не сотни. Но, возможно, уже в этом году вейп-индустрия испарится. В правительстве России предложили на законодательном уровне запретить продажу этих изделий. Цель – защитить здоровье несовершеннолетних. Испарители часто покупают именно школьники, и это при том факте, что продукция содержит опасные вещества. Так, пропилен при нагревании и выпаривании превращается в формальдегид. По сути, это газ, который оседает в легких и разрушает организм. Самое частое, наверное, явление – это аллергические реакции. То есть, когда организм пытается отторгнуть то, что ему не подходит. Да, бронхиальная астма и различные бронхиты, которые могут перейти в хроническую форму. Дыхательная недостаточность вследствие хронической болезни легких приводит к нарушению доставки кислорода ко всем внутренним органам. Соответственно, страдает головной мозг в первую очередь. Как итог, в больнице Иркутской области регулярно попадают юные пациенты с проблемами со здоровьем именно из-за вейпов. При том, что продавать несовершеннолетним их запрещено. Некоторые продавцы ошибочно полагают, что раз не вся подобная продукция содержит никотин, то и маркировка 18+, теряет свою силу. Но это не так. Крайне ошибочное мнение, что вейпы, которые не содержат никотин, могут быть проданы, реализованы лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Да, до 2020 года существовал некий пробел в законодательстве, правовая коллизия, которая позволяла пользоваться недобросовестным продавцам в части определения табачной продукции. Этот пробел был устранен в 2020 году, и с этого момента императивно закреплено, что содержит никотин, не содержит никотин. Эта продукция не может быть реализована лицам младше 18 лет. Но вскоре вейпы могут запретить продавать вообще всем. Возможно, в этом случае стоит поднять цены и на сигареты, чтобы покупатели, избавившись от одной губительной привычки, не приобрели другую. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.